Да, начинаем мы, в общем, чё? Чё это такое за игра? Я уже забыл. Call of Duty. Call of Duty Ghost Recon. Battlefield Edition, в общем, да. Компания. Приглашают, хотите принять? Принять. Присоединение. Оу, детка, выбор. Давай, а я что ли хост? Давай огонь. Я давай, что, солдат или ветеран? Давай солдат, мы же тут не... А, ты решаешь, да? Конечно, я тут крутой. Только я с управления вообще ничего не понимаю. Да сейчас это, слышишь? Думаешь, я что-то помню? Короче, на F я помню гранату, на Shift к ближайшему этому бежать, понял? А нужно 4, чтобы нормально поиграть. Да, ну, блядь, я хуй знаю, нету 4. Женя играет 3. Ну, он Женя, может быть. Да и чё, один раз мы с ним нормально сыграем и всё, и ждать теперь его. Да, полгода. Вот. Карагуа. Карагуа. Ой, это опять начало. Бля, какой мужик, слышь, булдыхается, видишь? Справа. Справа? Я поубирал сейчас. 30-45. У меня FPS вообще 62, соскаливает и всё. Ты на максималке? Да. 63 бьет на поезд. Мне 40. Ну разница ж, конечно ж. Блин, чувствительная. Вот здесь вообще 30, слышу, балла. 62, у меня не меньше не падает. Хуёвая. Да, оптимизация вообще дрянь. И отвратительно. Да сейчас, если не понравится, запрос сделаешь и вернешь бабки. Купим давай дальше какую-нибудь игру. Давай играть. Я не игра по дроссе, а лучше разрешение уберу. Лишь бы поиграть. А ты пока не из игры не выйдешь, не поменяешь. Заведи цели. Уберем всех сразу. О, по-русски пиздец. Нормально, да? Это хорошо. А там на фоне, слышишь? Так, кто играет? Я или ты? У тебя чё? Ты тоже видишь? На бородатого мужика ты наведен? Нет, один. Я выстрелил. Другого навел? Ну вот, я на самого правого убил. Нормально, слышь, я левого убил. Крутяк, слышь. Крутяк, да. Давай, слышь. Давай, чё? А что бы тут решить? Бля, там на фоне орёт, слышь. Аллах Акбар. Ещё погромче сделаю. Ой-ой-ой, как это все круто, слышишь, выглядит. 60 FPS. Ой-ой-ой-ой-ой. Я убежал. Аля, какой я крутой, слышь. Нет, я тебя не вижу. Нормально вообще. Да вот он. А мне надо как-то... А как включить эту хрень? Включит. А он само включается. А на этот... Нажимаешь на это, слышишь? На колесико мыши. Другой прицел включается. О, точно. Зачет. Ты крутяк, Дэн, я не с собой зажим. Ха-ха! Давай, вот он. Хэдшот. Эй, чё так... Мы сейчас тут взорвёмся. Ну тут туман же. А, ну да, мы тут взорвёмся. Я помню, первый день проходил. Идём за мной. Сергей Жокер. Так официально. По-русски трещат. Да, кстати, нормально вообще. Грифон, видите это? А почему в Стиме не сразу по-русски? Да, видим. Ах, мы проверим, но похоже это оно. Принято. Какого? СМС-ка пришла. Вам пизда. Валите оттуда. Бомба! Уходи быстро! Бегом! Бежим! Быстрей! Быстрей! Сейчас руки так обжигать будет жестко. Пиздец. Да, прикинь, так поджил. Высылайте спасательную команду. Моих бойцов на задании положили весь отряд. Ох, музыка, да? Ghost Recon Future Soldier. Soldier. Future
Shoulder. Future. Конечно, английский такой акцент. Так. Нормально. Майор, джентльмен. Можно грузиться? Не надо торопиться. У нас никогда не было таких потерь. О, Ридика озвучит дизеля. Помолитесь, если для вас это важно. Да. Штан будет дизелем. Что ж, накажем мразей, которые это сделали. Все детали в ваших руках. Натуре Ридик. Да, Ридик. Я когда первый раз смотрел, нет. Не понял, да? Не понял, да. Я даже не слышал. Так, оружие надо выбрать. И карта данных, что это? Надо под назад. Вот дальше. Или карта данных. А как мне оружие? Снаряжение, блин, дайте мне. Да пока ничего нету, я, короче, нажал готов. Мобильные датчики позволяют отслеживать. Мобильные датчики. Алло, у меня гоблин. О! Я с гоблином. Модификация оружия. О, я что-то нашел. Да сейчас ничего, тебе пусто все равно, что ты лень. Ай, бля. Давай играть. Да дайте хоть что-нибудь взять. Да у тебя там пусто все равно сейчас. Ну, М-ку погоди. О, не-не-не, тут что-то открыто. Давай посмотрим, вот, позарим. Кстати, о. Нормально это. Поэтому за шаг, слышишь, урон убивает, убойную силу и дистанцию убивает. Да. Не буду одевать. Хотя, слышишь, с ним прикольно будет убивать, слышишь? Ну, конечно, он потихо был. Нам же сейчас будем, да. Бля, тут я тебе сейчас... Лазерный прицел, накладка какая-то, контроль. Зачитать, слышь. Да. Тут есть спуск, он по 3 патрона, просто он стреляет, понял? Читал. Просто так не поэтываешь. Слышь, а нажми... Нажми оптимизация, и там уже будут подготовлены эти. Да, понял. О, у меня тут рисунки есть, лень. Да, то же самое. О, открытый крутяк, лень. Ты походу за это, для того, чтобы купили игру. Да, о, лень, вот это выберу, крутяк. Коллиматор есть. Короче, я готов, слышь. Да, секунду. Давай, слышь, зачем мы тут хупим на это? Я не заём, блядь. Чё же пройдём? Чё она пройдём, блядь? Да кого ты всё сейчас и делаешь? Там тем более сейчас... Коля, мы вдвоём. А что ты там думаешь, что-то будет? Ну там сейчас базар, ну вообще-то там, да, сейчас напряг будет. Сложность я нормально подставил. Давай, да. Да вот сейчас, где там дружить? Да ебать, не знаю, его оптика. Просто спуск в магазин. А где там? Глушак, дурный тормоз, вот он. Все, глушак вот готов. Он, блядь. Выбор. Все назад. О! Тоже гоблина взял. Ну да, это М-ка. Отличное оружие брал. А там миссии у вас или что? Ну, полностью сюжетка. Игра. Ну сюжетка полностью это. Игра, которая... А, ну в смысле в кооперативе, да? Да. Блядь, слышишь?
Дэн, а ты видел, что справа сверху там было 57%? Сейчас мы поналатили, сейчас 41% у батареи стал. Где? А, вот ну, здесь вот, типа... в этом экране, да, интересно, когда до ноля дойдет, что будет. До свидания, я разокончен. Перезагрузитесь. Придите завтра там. Нажмите Alt, чтобы лечь. Вас будет сложнее заметить, понял? Да я себе клавиатуру подобрал. По... В процессе выполнения синхронного лазера, если вы указали 3 или менее цели и закоммандируют. Понял, на, короче, через Q можно, короче, это. Да я читаю, на некоторые оружие выбрать. Мы подствольные модули, гранатометы. Нажмите E. Если зажмете F, то увидите траекторию полета гранаты. Для отмены обознанки. На. Бою, Саша, возьмите рукопашный прием, нажать Е прямо с противником. Ну что? Проворный страж, да. Без 10-4. Сукре, Боливия, сукре. Деревянные двери с железной ручкой. Это русская версия. Грация, спорке. О, вот он. Спорке. Есть. Слыша новый этот Future Soldier. О, слышь, это ты, да? Да. У тебя красная? Да. А у меня сейчас синяя будет, а ну-ка. Модно. Мутно. Ты негр, слышишь? Бля, я негр. Ты негр, ебаный, слышишь? Вот не кайф. Там снайперка какая четкая, слышишь? Надо забрать ее. Держите ухо востро и готовьтесь взять след. А, я походу... Вот он я, лянь. Вот тоже негр. Не, или да? Да я просто в мазуте. Мы не слышим, мы не расисты, понял? О, я тёлку заберу сейчас вот эту слева. Да, нас не видно, слышь, они выходят вообще так вот в открытую. Как это? А я зато первый. Бля, посмотри, какой у меня рассказ классный, слышь. А где ты, блядь? А вот. Гитлер какой-то. А, Пеппер. Ну, сзади, господи, блядь. А, вот ты. Ну, вот у меня. А здесь тут... Протяг, да? Слушай, подожди, как-то меню можно... А, нельзя. Ладно, гоу. От первого лица нельзя тут поставить? Херово. Вроде нет. В смысле, не высовываться, блядь. Нас уже все заметили. Надо цели, короче, про этого. Ждите. Ну, садись. Сел я. Ждите. А этих где он, слышно, бац. Тридцатник и Пеппер. Тридцатник. Я кидаю датчик, слышь? Ну, я кидаю датчик. Я кинул. Ты зачем кидаешь? Внимание, цель впереди. Нажмите, чё? Все, стреляем, слышь? Да и уже я все. Все чисто. Слышь, мы крутые с тобой. Я минус 3 сделал, или 4. Давай, я полез. Ну все, что ты, крутой что ли? Ну как ну, залезть? Ладно. Нельзя залезть? Куда? Он мне показывает вверх залезть. Да никуда там тебе не показывает, что ты думаешь. То это фигня, я бросил. Я пополнил. У, пополнение, господи, что не могли народ делать ту. А я... что ничего не могу взять? Ну что ты полный только что вышел, тебе не кажется? Логично, блядь. Так, кидай. О, я уже кинул. Слышь, ну ты говоришь, что ты кидаешь. Да я не нажал на ту кнопку, я тут с управлением много раз. F кидайте это фирма. Да я все тут уже. Надо привыкнуть. Я монитор летает, слышишь? Смотри. Этих не поубивай, слышишь? Все, я начал. Мирных не убей, слышишь? Я не помню, кто какие мирные. Ой. Ну вон они. О, ой, они там. Дал ему. Ой, когда дал. Минус. Ну давай, пробивай, ля. Не, перезарядка. Дал ХД ему. Вон он один. Сделал, убил. Нифига, ля. Машину убей. Убил того справа. Всё, его сейчас надо вести, его сейчас, слышишь? О, кто-то сверху, слышишь? Забрал. Слышишь, стрельба забрал. Я себе поставил полуавтомат, по одному патрону стреляет ровно, в голову. Ну да. Минус. Минус. Сектор защищен, пойдем. Волчок, блядь. Слышь, нельзя поворачивать, когда ты прям бегаешь. Там жарко. О, нажать, Е пополнение. 62 FPS максимум, блин, не больше, не меньше. Да этот с головой.
Ой-ой-ой. Ну? Пойдем, да. Развалим, слышишь? Ты под огнем! В укрытии! Я в укрытии! Так, кидай гранату, слышишь? Перед нами! Цель поражена! Я их прижу! Генералили! Ой-ой-ой! А, это заставка. Эй, стой! Враги слева, слева! У тебя тоже заставка? Да, да. Быстро, быстро, ты гля, какой жесткий, слышишь? Так это ж наш! Да. Но мы его должны куда-то довезти. Я не вижу. Тут легкая техника. Убил. Дополнили задание. 60 секунд. 60 секунд, она убить их было или что? Да я хз вообще. Мы запеленговали сотовый ВИПа. Ведем его. А я сзади почему-то, слышишь? Оп, смотри, ля. А я поднимаю, а ты смотришь. Давай, давай. Крыгляк. Это нормально, да, хуй. Он знает, что мы хорошие парни. Да, с русской озвучкой вообще, да, крутяк? Да всегда с русской озвучкой, всегда, вообще всегда, всегда, наверх. Ох, у меня упало до 30, нихуя себе, что тут было-то такого? Две лестницы, 30 FPS было, прикинь. Ну как залезть-то? Да, 30 FPS, а потом 60 убило. Написано У, а удерживать, тю, блин, я уже мог давно залезть. Опять в 30, прикинь, что тут так 30, две палатки? У меня всегда 40. Смотрим, что внутри, ставьте датчик. В смысле, ставьте датчик. Собрать данные. Забрать данные. Да, давай, вижу данные, я. Давай. А что тогда? Залезть надо? Да херо, давай к двери подойдем. А что, они не прыгают наверх? Что за бред? Спецназовцы. Ф, бросить датчик. Кидай туда датчик, слышишь? Наверх? Сейчас, Вадим. Я кину. Стой, ладно, сейчас. Да он бегает. А, вот бегает. Нифига не... Так, она это, слышь, отскакивает. Все, я полкинул. Ну ты зажми, там будет траектория. Блин, молодец. Ну я тоже же... О, мы с тобой, да? Нет, иди с тем, да? Бля, не могу понять, а что надо сделать-то? Блять, ну вон написано. Вижу, вижу. Погнали. Лево надо убить. Убрал? Забрал. А, все. А тут у каждого, понял, был по цели. Я четверых забрал. Да, конечно, слышишь, герой, блядь. Следи, да, синенький, а я красненький. Нормально, сын. Бля, ебучий комар укусился. А почему я негр, честно? Это расист, нормально. Уходи, баба. Слышишь, где-то тут... Уйди, иди отсюда! А, это ли у тебя лазерный прицел? Да. Кидай это, слышишь? Датчики. Давай, датчики. Минус. 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 Осколочно, видишь, как кидать? Они идут. Минус. Враг мёртв. Иду. Осколочно, вижу. А как? Ой-ой-ой! Прикрывай. Снял его. Убил. А где там осколочно? А, вот осколочно. Начинай. Ох-ох-ох-ох-ох. Думал умереть, слышь, прячься. Да спрятался. Слышь, надо гранату кинуть. Кинул. Давай. Ну, забрал. Все. Хорош, вообще умничка. Еще один? Не, вон идем к цели. Вон они, вижу. Есть, я уже вижу, да. Кидаю. Близко. Еще пару минут и мы вас вытащим. Давайте, парни, вперед! Порвем их! Иду, блядь, гражданский, сука, не дает стрельнуть. Цель мертва! Уходи! Ложись! Ой-ой-ой, кто-то по мне шмаляет, слышишь? Да, вот он. Сейчас я заберу. Враг готов! Вот теперь попотею! Взял две гранатки. Контакт впереди! Там стрелок! Ну, оптимизация никакой. Блядь, да я никого не вижу. А вон он сверху. Вот он, говно, блядь. Без ВХ не каю, да?
Потому что датчик реально рулит. Это да, слышишь. А вообще-то у нас есть маскировка, если чё. Ну это потом она будет, сейчас пока не нужна. Они тут рядом, ищут меня! Какого хрена вы творите? Сэр, мы их как раз убираем. Ждите. Пошли, идем. Это твой лазерный? Не, нет, это вот типа... Здесь проползаем, берегите. Давай, за мной! Контрол. Бля, типуля сидит, слышишь? Мне нравится наш тридцатник. Тридцатник, бля, что за пиздец? Старикан, походу. Так, смотри, аккуратнее. Иду, прикройте! О. Опа. Вот это эффекты. Ты ж кидай, кидай. Да-да-да. Ой, это граната, бля. Датчик, датчик. Ох, ёй-ёй-ёй-ёй, Дэн. Ай-яй. Я убил тебя? Нет, этот тип ракеты, ебать. Когда видите красный диагноз, он прям меня ракетой бахнул, слышишь? Что значит выйти из игры? Что это значит? Все? Нет, нет, нажми этот. Я же нажал. Сейчас заново. С контрольной точки сейчас начнем. А у меня написано выйти из игры. Ваш друг погиб, что-то такое. А, все заебись. Да, да, да. Это все нормально. Давай только не рвись больше. Заставка, и я около стены справа буду. Я стоял вот за той прямо. Вот у меня сразу, я справа с укрытия. Вот, а я был где вот... Вот, его надо убить, слышишь? Вон он. Убил, все. Нет, не убил. Вот он меня. Датчик мой кидаю. Кидаю датчик, все. Ракет надо убить, все. Вот он меня ракетой ебахнул, слышишь, пидар, раз. Жалко, они не запрыгивают на дома там. Вот. Ну, только там, вот где? Таких вот... А, они друг друга подсаживают. Ой. Не, потом, может, по-моему, будет, можно будет. Опять 30 кадров в секунду. Что тут такое? Пипец, это, наверное, загрузка уровня. Вы меня слышите? Идем к вам еще чуть-чуть. Я в убежище. Но сколько еще? 2-3 минуты. Вы в безопасности? Пипер, ты снайпер вообще, куда ты мчишься? Спокойно, пригните голову. Датчик осколочный. Используйте глушители. Во, наконец-то. У меня есть глушитель, слышишь? Так, надо что-то взять. Можно тут поменять можно, слышишь? Не, ничего нельзя. Открыть контейнер. А, можно? Открыл? Вот, да-да-да, только он уходит что-то. Все, ну мне не надо. На, подведите и выбрать, что слышь, выбрать. Все равно, кстати, ну, приятно, говорит, смотрится. Ины мне нравятся. Я сзади, а не я спереди, да? Бля, не ту взял пушку, что за хрень? Ёб твою мать, да нах. О, все, вернул, вернул, да, все. Трое одного не ждут, слышишь? Да ждут, ждут, я буду первым. Видишь, негр впереди всех, давай. О, тут вообще сейчас надо по-тихому делать, слышишь? Ебать, тут все плывет. Слышь, что? Что ты? Тут вообще не надо подпаться, я пошел налево, слышишь? Давай, я там, там наверху один тип есть, я его сейчас пойду убью. Не поднимай. Слышишь, не поднимай тревогу. Да, что-то тут их много, но я могу их забрать. Нет, нельзя, надо тише делать. На 9. А что, меня заметили, что ли? Стой, 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 тише. Осторожно, тебя заметят. Я сейчас наверх залезу просто и убью там этого, понял, снайпера. Он я одного убил. Стой, я сейчас иду. Сейчас я убью. Главное тишина. Да я понял, все. Ты убил тут, слышь? Тут какая-то оптимизация, ну реально, такая хуйня. Я уже хуйня, здесь. Нормально. Проникну 20 метров, 19. Цель поражена. Я уже здесь. Да-да, я иду. Эти типы не увидят меня, надеюсь. Слушай, они какие-то слепые, пиздец. Да похуй вообще. Спайса? Пайс. Пайс, слышишь? Все, прошли. Я не могу залезть в эту бочку? А, там яма. Подтверждаю, он там. Сколько? Четверо, плюс цель. Приготовиться. Пойдем быстро, разбирайте цели. 3, разбирай 2, цели, слышишь? Как? Да залетай, убивай первого. Хорошо. Умрите вы, сукины дети! Настя,
Это охотник. Груз у нас. Принято, охотник. Волчок поврежден. Он в воздухе, но мы не можем рисковать. Я сам идти могу! В зоне эвакуации слишком жарко. Планы изменились. Спускаемся вниз. Слышь. Идем, идем! Отвалите! Бля, я его веду, слышь? Надо прикрывать его, Настя. Ты опять сдохнешь. Дайте мне оружие! Я могу сражаться! Нехорошо будет, если вас подстрелят, сэр. Ромб вокруг ВИПа. Все, иди! Давай, прикрывай меня. Все равно приятно. Минус, минус. Я не могу справа убивать. Главное гражданский, слышишь, не убивать. Вон сверху, слышишь? Снизу, я какой-то залез вниз. Я внизу вообще, под машиной, ты понял? Какие-то ограниченные движения. Да, да, да. Ну ты сейчас пока. Ну да, да, да. Вперед, вперед! Я бы лучше сам как-нибудь. Давай, прикрывай меня. Что-то у меня прицел не открывается. А тут специально так делать, такая чисто. Главное, прикрывай меня там. Да у меня ограниченное движение мышки, ладно. И он смотрит только в одну сторону и все. Да. Я жопу прикрываю. Так, и гражданских херачек. Слева убивай, слева, я сверху забрал. Такая. Понятно, что тут на кооперативе. Да ты с ботами играешь, господи, что-то лень. Ой, я ему ходы дал. Бля, я бабу убил. Ты чё? Чисто на реакции, да, вышла, блядь. Бля, его прикрыл, как и дал. А я один. Только не сдохни. Ты ж убить его, убить надо. Убил, убил. О, боже. Какой тимплей, какой тимплей. Ой, дам пиздец. Давай, Дэн, блять, он на тебе. Да, заставка как пройдет. Первый удар плюс 10. А, да! Мне тоже. А чё, чё эта хрень дает? Ну, мне скинешь потом. Ага, 50 на 100. Так, бессумное убийство 16, синхронное убийство 2, прикинь, у нас потери 3, ну одного ты убил по-любому. Ну да, один я. А двоих гранаты по-любому. Что делать дальше? Мне ничего нельзя сделать. Я нажал продолжить.